Подошел. О, там идет челик внизу. Долбится, долбится. Сейчас все будет, сейчас все будет. Ты, блядь, не докинул! Какого хрена ты спрыгнул? Я почти убил человека. Я тоже. Ты, блядь, по. Ты куда? Ты понимаешь, ты кинул, они не могут дойти в то место. Сань, прости, но без попыток. Внизу идет челик, внизу, просто под лестницей внизу. Кто, блядь? Сука, блядь, иди ты нахуй! Не мог сказать, что это гридлок ебаный, а? Я, кстати, первый раз видел, как это сработало. Что сработало? Серега умер? Что, меня Лёша наебал? Охуенно сработано. Просто топ. Не знаю, что в принципе тебе не наврал, он просто утаил одну очень важную деталь, как бы что там... Я, знаешь, я сейчас такой смотрю, что-то меня ранит, что-то меня ранит. Я такой стреляю, думаю, блядь, что меня ранит. Подожди, ты не заметил? Потом... Серёжа, ты не заметил! Там 15 штук этих было на этаже, блядь. Сука, там... Я же перепрыгнул через нее, просто перепрыгнул. Я вообще не смотрел, куда я прыгал. Нахуй ты, блядь, прыгнул? Серёга, не заметил! Ты бы не заметил, если бы они за стенкой жили. А, ты понял отсылку, да? Да. Мы ж не будем реинфорсить, а ты не нахуй эти стены реинфорсишь, мудила! Серега, блядь! Поздно. Это нахуй бесполезно! Тихо-тихо-тихо-тихо. Это все бесполезно. Ты, блядь, кусок дерьма бесполезный. Вот ты. Что вытаскивай, Сережа главный. И не надо вытаскивать, давай закончим. Лёш, как тебе? Нормально ты поставил это, снял эту хуйню, блядь, посмотрел из дробовика своего вдаль, блядь. Чувак, я не знал, что за ней находится. Увидел, Паиша умер. Нужно было узнать. Увидел, Паиша умер. Че так грубо, Лёша? Я ж тебя не обижал. Блять, сука ты. Его жизнь обидела. Сказал, что я бесполезен, блять, понимаешь? Мне придется идти на форум и жаловаться. Тебя жизнь обидела, Лёш, ты 3 раза в компетах соснула, короче. Да это пиздец какой. Как бог любит троицу. По-моему, не любит гомосексуализм. Просто, блядь, нахуй, ебаные. Нахуй они идут вообще в компеты. Да ты нахуй идешь в компеты? Так я же не аутист. Спорный вопрос. Сука, покажи, блядь, свою... свой ёбаный диплом магистра, блядь. По... Даже не знаю, что сказать, блядь. Пацаны, пацаны, рук или... Валькирия? Рук. Поздно. Рук. В смысле, еще не поздно. А, окей. Рук. Фак, это не рук. Это не рук. Опять не рук. Опять не рук. Это не рук. Рук! О, слушай! Да у меня специально. Вы же не знаете. Мы, конечно, знаем. Саша, я запишу, окей? Что это, блядь, было?